Здравствуйте. Сейчас работает. Здравствуйте. Хочу поздравить всех присутствующих с Днем поэзии, потому что это знаменательный день. Не только для тех, кто пишет, но и для тех, кто поэзию любит. Я уверена, здесь случайных людей нет. Меня зовут Кирикова Алена, мне 27 лет, я пишу стихи и хочу для вас прочитать один из них. Для этого прошу вас попросить представить, фантазия ведь у всех хорошая, что вот вместо вот этой замечательной фотозоны у нас висит ковер. Ну такой советский, бабушкин, персидский ковер, да? Вот. И я на его фоне читаю вам стих. Кружева твоих мыслей рисуют узор, свитера распуская на нитки. Как из детства бабулин персидский ковер на стене вместо гипсовой плитки. Помнишь, пальцем водил по узорам его, когда были еще малышами. Он, конечно, для нас не был просто ковром, он был целым мирком с чудесами. В детстве верилось в чудо и в завтрашний день, ведь ребенку-то много не надо. Он и верит охотней, и любит сильней бескорыстное светлое чадо. Помнишь, в детстве мечталось свободно, легко, невозможного нет на планете. Можно стать космонавтом и стать моряком, и объездить все страны на свете. Можно стать очень умным и вылечить рак, и исцелить все болезни Земли. Дорогой мой, ведь это по-прежнему так. Лишь разок на ковер посмотри.